Всем привет. Те, кто уже решился для того, чтобы пойти и 1 июля отдать свой голос за или против, посвящается это видео. На портале Госуслуг вы можете зайти и прочитать три варианта, которые вам предлагают. Первый вариант. Вы выбираете избирательный участок, на который собираетесь прийти, и заполняете электронное заявление на участие в голосовании. Второй вариант. Вы можете удаленно проголосовать, то есть дистанционно. И третий интересный вариант. Это вы можете проголосовать прямо из приложения. Что от вашего голоса зависит все. Но так ли это на самом деле? Судя по тому, что происходило в моей жизни, не покидает меня чувство дежавю. А именно, о, бородатый дедушка, самый честный на всей планете, с которым можно попить кофейку. Так вот, о чем я. Чувство дежавю заключается в том, что в 2014 году, то есть 6 лет назад, многие тоже сидели по домам и не понимали, что происходит сначала. Потом немножко начали грабить мирное население. А потом и вовсе многие стали уезжать. Вот. Тогда организаторы придумали новый квест. Они тоже предложили проголосовать этим мирным жителям. И многие мирные жители решили откликнуться на такой позыв и пошли голосовать. Многие, конечно, остались дома и никуда не ходили, но исход выборов, или на тот момент принятие решения, скажем так, никак не повлияло, пришли они голосовать или нет. Здесь, конечно, совсем другой вариант. В 2020 году такого беспредела, конечно, не произойдет. Вот, и все будет хорошо. Вы можете пойти проголосовать, а можете остаться дома. Но тогда, в 2014 году, организаторы все решили за вас. Там были другие организаторы. Наверное. Но это не точно. Так вот, они все решили за вас. И за вас приняли следующее решение. Вам, как бы это сказать, не пришлось строить натовскую базу за доллары и быть рабами. Но вы потянулись за славным длинным рублем и выиграли в жизни джекпот. Здесь, конечно, такого не произойдет. И нужно думать, идти на выборы или нет. Все зависит только от вас, только от вашего голоса зависит. Просят эти поправки или нет. Так что не думайте, собирайтесь и
едите. Едите, дабы потом потомки, если таковые будут, вообще сказали, что что же вы дома-то сидели, никуда не ходили. Ой. Или, может быть, все-таки как бородатый дедушка. Идите пить кофе. Кофе вас не обманет. Кофе всегда хороший. Черный, с сахаром, с молочком. В общем, как-то так. Пойду ли я 1 числа куда-то голосовать? Ну, не знаю. А смысл? Это же надо калории тратить, это собираться, одеваться, бриться придется. Не, наверное, не пойду. В общем, всем пока.